Портрет Децла нарисовала известная в Сочи команда художников «You Feel My Skill». Они авторы десятков портретов известных людей по всему городу. Граффити с изображением рэпера находится на улице Комсомольской. Вот что художники написали в своем посте в Инстаграме. Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас, и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха. К работе над портретом художники приступили сразу после того, как узнали о трагическом событии. Кирилл Толмацкий получил широкую известность в 2000-х, выступая под псевдонимом Децл. Дебютный альбом рэпера «Кто ты» вошел в число самых продаваемых в России и продается по сей день. Смотрю теперь на зеркало, ну кем я стал? Мой мир превратился в слезы и печаль. Мои слезы, моя печаль. Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после концерта в Ижевске. Причина преждевременной кончины, по предварительной информации, сердечный приступ. По сообщениям родственников артиста, Кирилл Толмацкий будет похоронен 6 февраля в Москве. В этот же день утром на канале Децла в Ютьюбе будет впервые представлен его новый клип, который кумир миллионов не успел выпустить при жизни.